Привет всем, дорогие друзья, меня зовут... Тогда же ты вообще сфокусировал меня? Да. Посмотри, меня нормально видно или нет? Да, нормально видно. Точно нормально видно? Да нормально видно, задолбал. Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Серега. Я нашел для себя новый Warface, это Warface на PS4. Я открыл для себя тут офигенный класс, на котором можно играть. Не знаю, почему мне так понравилась эта игра, возможно, потому что тут все в 10 раз дешевле, чем в нашем обычном Warface. Тут отлично нормальные батл-пассы. И я, честно, хочу сделать свое первое видео по Warface PS4. Может быть, у меня будет большое будущее на Warface PS4. Видите, тут турниры PS4 скоро будут. Может быть, я сейчас натренируюсь и буду играть эти турниры. Обязательно поддерживайте это видео своим царским лайком. Также заходите ниже в комментарии, пишите самый смешной комментарий этого ролика и получайте халявные 1000 кредитов на свой аккаунт. Погнали! Друзья, для новичков Warface вы можете создать аккаунт сразу с топовыми пушками и лучшим снаряжением. 6 пушек магмы и 4 лучших в игре шлема магма. Для этого переходи по первой ссылке в описании, крути рулетку, в которой всегда выпадает магма, и получай призы. Регистрируйся и заходи в игру, весь донат будет ждать тебя уже на складе. Чтобы быстрее прокачать, привяжи телефон к аккаунту и получи випку. Также можно пройти опросы, за них также тебе дают випку. В описании тебя ждет много крутых ссылок с бонусами и донатами. После регистрации аккаунта обязательно забери и прокачай себе топовый аккаунт. Так, ну я не знаю, может быть задонатить даже сюда, почему бы нет. Но какой-то боевой пропуск странный, я так до сих пор не понял, каким образом он работает. Вообще раньше боевой пропуск тут лучше был, потому что за 100 уровень можно было получить именно какую-то пушку навсегда. И у меня даже бесплатный пропуск, что-то он качает, так что не знаю, может быть да, может быть нет, что-то еще в магазине есть. Сколько? Золотой Энфилд 1500 кредитов стоит, но у нас, по-моему, тоже что-то не особо дорогой в последнее время стал стоить. Коробок удачи, кстати, что-то их поубирали, что-то как-то мало тут стало. Я хотел себе керамбитик покрутить, мне халявные кредиты давали, если я тут керамбитик крутил, и было бы довольно вкусненько. Ё-моё, а что тут так все дорого, блин? Не, ну в принципе 500 кредитов за 249 рублей, это вроде бы дефолтная цена. Ну не знаю, давайте попробуем купить себе 1000 кредитов. Поздравляем, ваш счет пополнен. 1025 кредитов? 25 кредитов бонусу что ли упало? Ни хрена себе. Блин, вообще что-нибудь себе на седика хотел купить, но на седа тут вообще ничего нету дефолтно. Кстати, на PS4 очень классно играть. Чуть бегаешь, просто одну кнопку жмешь по кайфу, вообще нормально. А вот за другие классы, честно говоря, проблематично играть. Я вообще не понимаю, каким образом меня вообще убивает другие классы. Может быть, какую-то пушку навсегда купить? У меня, в принципе, 1000 кредитов. И даже за 1000 кредитов, чтобы понимали, можно купить себе что-то навсегда. Но разве я не MC Серега, если я просто не возьму и не покручу какую-нибудь коробочку удачи? Кстати говоря, на медика мне довольно просто доставалось играть, и можно марлинчик попробовать покрутить. Как тут крутится? Ну-ка, опять коробочка открывает. Сейчас, ребята, проверим удачу мою на Warface PS4. Коробочки тут, как видите, стоят намного дешевле. Между нами я вообще не понимаю, кто сюда доначит. Донатит, поэтому как-то так. Один час, может быть, тут даже удача будет на моей стороне, мне повезет намного больше. Все же коробочки довольно дешевые. Так, вы получили персональное предложение. Окей, давай, детка, выпадай что-нибудь. Ух, сука, сейчас золотой выпадет. Все, это точно перейду, буду сюда донатить. Не, не буду, нахер. Боевую пропуск тут реально достаточно купить и нормально играть. Я не знаю, тут пацаны, у них минимальные звания. Они откуда-то... Опаньки, сапа меня. Наташа, что не поздравляешь, сапа меня. Сапом, бомж. Сама ты бомж. Смотри, бонус за повышение для новичков. Килтек на 30 дней, херня какая-то. Я хочу марлин, сколько у меня нападало? Хотя бы обычно всегда мне марлинчик дал бы. Если я ничего не выбью с 3000 кредитов, я пойму то, что даже Warface на PS4 эти варбоксы лучше не покупать. Ну, прикинь, сейчас золотой выпадет. И чё? Не, золотой выпадет, говно просто, будет очень круто. Ты уверен, что хочешь марлин убивать? Ты же, ну, типа, не медик в обычном Warface, медиком, а тут ещё на... медиком тут нормально играть. На марлине как раз-таки вот так разочек попал, нормально, тут автобот тебе помог. Ой, что это за говно? Сколько он стоит? Мне, кстати, сегодня за вход в игру золотой фабарм дали, ни хрена себе. На 3 дня? Золотой фабарм на 3 дня сброс за вход в игру дали. Чё за хрень, почему марлин 2000 кредитов аж стоит, ни хрена себе. Нифига себе, он какой-то дорогой, там золотые пушки за 1500 продают, а марлин считает такой дорогой. Не, хрен там плавал, я вообще как выбью и все. Пошли вы в жопу, за 2000 кредитов я бы еще марлин не покупал. Смотрите, сейчас научу вас, как золотой выбивать. Давай, бонус для новичков, че тут? QBO. Вот не знаю, Warface PS4 вроде бы новая, ее перерабатывали, эту игру. Блин, нахрен эти вот эти QBO за... в обычной, не знаю, как с ними на PS4, с этими QBU играть, вообще понять не имею. Давали уже хоть нормальные бы пушки с нормальными отдачами. Я не знаю, если бы мне какую-нибудь реально пушку с жесткой отдачей сюда дали бы на PS4, я не знаю, как я бы с ней играл. Я с этим-то еле кого как убиваю. Как бы я кого-то убивал с пушки, у которой нормальная отдача, я хрен его знаю. Сука, 300 кредитов осталось, алло!
Warface! Ну сука, что за херня? Вы что, охренели что ли? Итак, я сюда денег закинул, считай, сколько, 500 рублей? Я игру за 500 рублей тут могу купить, со скидкой. Я какую-то игру, кстати, за 500 рублей купил со скидкой. И я сейчас просто на Warbox все потрачу, ничего не выбью. Ну, он тебе на 4 дня или на 3 уже выпал. О, спасибо большое. Вот это да. Вот это я понимаю. Я, правда, еще хотел випкси купить. Я, правда, сейчас я хотел снаряжение купить, ну ладно. И правда, нахер он мне нужен? Да ты не падай. Зато себе щит капнул. Сука, он мне нереально не выпал. Что за херня? О, еще одна коробка есть. Ха-ха-ха. Вот это да. Не, ну что за шансы, конечно, на PS4 такие шансы делать, это вообще уж какой-то бред. Да твою мать, какая площадь! Это не знаю, если бы нам Warface реально такую тему ввели, то что у нас не было выбора, какую карту играть. То есть как на PS4, просто нажимаешь играть какой-то режим, и тебя кидает на какую-то карту. Это был бы полным идиотизмом, и я, слава богу, вообще спасибо, что нам такую херню не ввели. Опа, сука, куда ты пышился? А хотели же в одно время такое вести, да, вроде? Я говорю, хотели такую херню вести, как так можно? На тебе хедшот, детка! Единственное, что мне нравится, то что я по Wi-Fi играю. На хедшот тебе, на пошел отсюда! Warface, так особо. Блин, человек с Узи Про катают, с клашами, а ты с Эдом, блин. Я не знаю, как они так катают, они просто, знаешь, они при фаерами тебя могут убивать. Я хрен узнаю, где они так играть научились. Вот за Сэда нормально, опа, зашел, убил. Тут, конечно, можно попробовать ее напрямую подключить, не Wi-Fi, а ну тогда телек придется отключать. Ну, короче, фигня какая-то. По Wi-Fi прям реально, не знаю, либо сервер не мой попадается, либо задержки по Wi-Fi такие жесткие идут, то что иногда урон прям жестко не проходит. Ну, хотя за Сэдика нормально, так знаете. Вот реально класс, который придумают для PvE и Warface PS4. Просто бежишь, что-то зажимаешь, чтобы вы понимали, это еще дефолтный сет. Да, ну сука, ты куда стреляешь? Да в смысле куда я стреляю, тут хер наведешься? Ну, взрывателя сделать. У меня не мысль, у меня, сука, сраный геймпад, Наташа. Я не знаю, как вот мне в реакции скидывают, как они так играют, я не знаю. Ну давай, убери. Но, никак, кстати, нагибаю. Ты видала? Они стреляют, они тебя даже и не видят. В смысле они меня не стреляют? Вон чел в прицеле стоит. На, минус 5! Ха-ха-ха, я перехожу сюда играть. Я, и чё, я перехожу сюда играть, всё. Мне прям нравится. Ты даже на компе так не играешь, что с тобой? Единственное, что мне нравится реально, потому что я не хочу эту карту играть. Она мне не нравится. О, кстати, слушай, можешь наверх залезть? О, кстати, да, в сош можешь залезть. Интересно, сын в сол тут и так? Это мясорубка, Наташа! Что ты хочешь, чтобы тебя... Я с командой боя перепутала. Что ты хочешь, чтобы тебя... Я не понимаю, там чел стоит или еще? У меня такой телек огромный, не хранишь. Опа, вон, какой-то крысёныш тоже стоит. О-о-о, автонаводка нормально так сработала, согласись. Тебя еще ни разу не убили. Не, убили меня. Просто меня никто не видит. Блин, снайпер тут нормально поработал. Вон наверху чел. Нет, вон снизу какой-то чел. Вообще меня не видит. Ну, автонаводочка, давай, лам, пошел ты в жопу. Господи. Что, ко мне чел залез, ни хрена себе. Я просто, ребята, чтобы вы понимали, я тренируюсь, конечно, к турнирам. Интересно, ну за сет это тоже, думаю. Кстати, вот на PS4 в любом сет будет популярный класс. Мне кажется, по-любому. Странно, мы ни одного сета еще не видели. Не, СД я дофига тут тоже видел. Он просто не у всех тут открыт. Я почему? Я поначалу не играл в Warface PS4. Потому что я расстроился, СД тут не было. Потом я захожу, короче, спустя месяц, и у меня сет открытый. Я такой... О май гарбл! Данила, ты шо крейзи? И такой, окей, погнали играть. Да мне задолбал ты, Рудов, со своим АКСу третьим. Он прям бегает, как на компе играть. Мне, кстати, тут очень сильно напрягает, что некоторые челы бегают, как на компе играют. Они прям при фаерам тебя убивают. Кстати, видел, у него русский клан. Ну, тут много русских играют. А я думал, тут только, типа, ну, на... Да, конечно, конечно. Не. Ой-ой-ой, масленок какой. Боже мой. Твою мать. Я, кстати, когда тут взрывателя голов сделал, так обрадовался. Ты бы видела, какой я царского взрывателя голов, помню, сделал. Почти кружителя сделал. Там немножко не хватило. Прям миллисекунду не успел сделать. Я сенсу, кстати, самую минимальную поставил тут. Потому что, не знаю, у меня с большой сенсой очень далеко кидает мышку. И прям... Ой-ой-ой-ой-ой, Шаурмен, не ты ли тут играешь, а? Чел какой-то бежит. Как ты вообще, не знаю, блин, вообще не играю. Да не в меня стреляй, в него стреляй, развернись. Нихера себе, я, кстати, ребят, недавно себе статус до днёрки поднял. Сейчас... Давай, взрыватель, пожалуйста, взрыватель, умоляю, да сука! Куда ты стреляешь? Мне кажется, блин, я бы и то лучше, кстати. Слушай, сюда, ты так выпендриваешь, сейчас сядь и поиграй. Ребята, 10 тысяч лайков, какие 10 тысяч? 2 тысячи лайков набираете, она садится играть. Какие 2 тысячи? Просто царский лайк, ребята, поставьте. Да мало. Опа, сет, сука!
Ах ты, консервное говно! Он даже в тебя не стреляет, ну господи. Потому что у меня реакция мангуста, Наташа! Тебе повезло, что против тебя какие-то слабаки попали. Они слабаки, сама ты слабак! У меня реакция мангуста прям потому что. Мне кажется, сейчас, кстати, на первом месте будет. Меня тоже чел убивает, задолбал. О, кстати, неплохая позиция, блин. Прикинь, если бы мне фулл сет снаряжение за седа нормально. Ну, автодоводка, она не работает, ни хрена. Опа, чел. Если бы нормально этот, как его, снаряжение на седа и миниган этот нормальный. Мне кажется, это вообще дисбаланс бы полный был. Ну да. Я думаю, что. Есть? Если такой бомж, как я, сейчас бегает просто за седа, всех убивает. Ну заметьте, у них тоже у всех такое стандартное снаряжение, либо коробка. Ну потому что тут читки, Наташа, читки играют. Что ты хочешь? Что, Наташа, не выпендришься? Да, когда, ребята, я в UFC звездой стал. Всех поборол, короче, в тяжелом весе всех поборол, Нагана поборол, потом в легком весе этого Хабиба поборол, ага, всех поборол. Ага, на легком уровне сложности, чтобы вы понимали. Да при чем тут легкий уровень сложности? После средний ставит, все, отлетает от ботов. После да. Драки кулаками не машет, понимаешь, Наташа, я стал суперзвездой UFC, понимаешь, так что не надо. Навыки там себе все прокачал, понимаете, ой, боже, да? Боже мой, Наташа, пожалуйста, давай не начинай, а. Я в Warface, он так же, смотри, играю, ты выпендрился, что я отсосу сейчас, смотри, как я играю хорошо. Тебе повезло, что карта такая большая попалась. Тебе повезло, что они. Ну вообще на тебя я не напрыгнул, я вообще всех бы уничтожил. Ты смотри, ты всех в спину забираешь. Мне, по-моему, один раз в жизни пригород попался, я медиком-то вообще отлично сыграл. Мне килтек тоже дали не за. Помню я, чтобы ты отлично когда-либо играл. Так это отстань! Что ты меня подпердываешь тут? Все, Наташа, следующее видео это ты на Warface PS4 будешь играть. Он иногда... Да, только тоже с Эдом, конечно же. Каким Седом? Ты ж Седа хаешь, ты ж не любишь Седа, он играет каким-то другим классом. Ну ага, вот. Сыграй медиком, смотри, я тебе говорю, ты бы точно 22 фрага не сделал, как у тебя сейчас. Я, если бы я выбил золотой марлин, я бы купил еще какое-нибудь снаряжение на медика. Потому что со стандартным снаряжением я не очень хочу бегать. Когда особенно понимаешь, что у некоторых снаряжение вроде бы нормально, как они разбираются в этом. А меня этот чел просто заколебал, он уже задолбал я своим костюмом, он с мышкой играет, он с мышкой играет, задолбал. Ну как так можно просто при фарме убивать АК-103? Просто он сильный. Играет с АК-103-м, играет с Седом, Наташа, играет с Седом, класс, которым просто играть не нужно, понимаешь? Этим классом, я, кстати, ребята, первое место вчера занял с Седом на пагоде. Вообще изи, понимаешь, изи, уволил всех. Выиграл, короче, всех. Да задолбал, мне чел, я не могу развернуться с такой сенсой, я не могу развернуться быстро и убить чела. Они, видишь, нормально попадают, я не знаю, я бы так не... Ну, чел стоит слева бы. Да вижу я его. Ну, убей его. Шо, а куда он делся? Иди давай. А куда он делся? Он ушел уже. Зачем он ушел? Да не ушел он! О-хо-хо, хэдшот я, бэби! Он меня всегда через стены как будто пытается на кого-то навестись. Я не понимаю, что за прикол происходит. Там кто-то еще минами убивает. Давай, давай, давай. Вот тебе этот чел тоже сильный. Нормально так играет. Своим калашом. Мне, кстати, почему-то не. А, ну я не с самого начала боя играю. Так бы у меня первое место было. Ну, жмись. Не, с миниган реально я тут много кого убивал, мне кажется. Это же дефолтная еще херня. Ну, не знаю, что-то люди с эмками играют, у них что на таких званиях им даже никакой бонус за повышение не дали. Может, они просто не в курсе, типа, то, что можно какие-нибудь плюшки получить или что-нибудь такое. Хотя я и то задонатил, считай, с 1000 кредов ни хрена не выбил. Это очень, кстати, обидно, блин. На PS4 донатить вообще не хотел. Типа, тут такой Warface, он в него вообще не нужно донатить. Он так тут вроде нормально. Типа, тут всякие бонусы, тут даже кредиты дают тебе просто за вход в игру, ну камон. В каком Warface тебе в кредиты за вход в игру бы давать какой-то чел? Не-не-не-не-не-не-не-не! Да попади в голову, ты куда стреляешь-то? У него патроны кончились. Блин, повезло. Чел тебя вообще не разумеет. Ну-ну-ну-ну-ну, зарандой в голову. Эй, здравствуйте. Здравствуйте, давай-давай-давай! Сережа, давай! Да нет. Где? Да вон чел стоял АФК, сука, я в него не попал. Почему я перебил, ты куда-то вверх стреляешь, я не могу понять. Да потому что невозможно на этом геймпаде. Ты же прям в него стреляй, не может в голову дал, что за бред? Ты сама сядь, попробуй поиграть в эту херню. Ну вообще изи. 30 фрагов, Сереж, с Эдом, блин, против всяких ромбиков бедных. Давай, 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 друг, да сука! Я, кстати, по 40 фрагов делаю, что-то сейчас мало реально фрагов сделал. По 40 фрагов делаю в катке. Ну, конечно, когда... Сейчас просто не везет. Я вообще там мозголомы пилю, да, просто не записывается это все. Тут просто альтовать, понимаете, альтовать очень сложно, вот это все записывать, это очень сложно. Ой-ой-ой-ой, кто там сидит? Ну вот он, куда сука, как попал? Куда ты стреляешь? Вот как он... Да как он попадает, сука? Как он попадает, он же снайпер, сука! Вот он убей сейчас его! Он справа чел, да справа я чел. Вижу то, что справа чел! Не-не-не-не-не-не-не-не! 30 фрагов, деточка! Ну давай, давай, пожалуйста! Да, пожалуйста, ну куда, автонаводочка? Ну сработает ты хоть раз в жизни нормально! О, детка! Давай, 31 фраг, да с ракеты сейчас доведу быстренько! Мне просто нужна серия фрагов хорошая! Давай! Так, хедшот! Давай, хочу взрыватель голов. Я так кайфую, когда взрыватель голов делал на PS4. Вообще прям жесть. На, консервная банка! С этим соснул! На тебе! Понял!
С Эдом он играет, блин. Изи классом. А, я что ж с Эдом играю? Иди отсюда, консервная банка. Изич давай, просто. Давай, давай, давай. Ну, крушитель, давай, там еще чел был. Тихо. Бляха, муха. Ты обосрался. Там чел за машиной был, ты че? Ай, ну 35 фрагов сделал. А почему не на первом месте? Я прям... Ну, чел с АК-3 по-любому на первом месте. Он потому что самый круче всех играл. На, я говорю, второе место у меня! Ху-ху, второе место, детка! На ПС... Я на двойку сыграл! Что ты меня? Хотела выпендриваться, да? На легком уровне я там играл в UFC, да, Наташа? Че, сядешь? Давай, спорим, ты не побьешь море. Спорим, ты не сыграешь. Так я вообще не играл. Ты уже не первый раз играешь, ты готовился, ну, там сядь, тренился. У тебя, ну, пока не лайки будут набирать. Пацаны, набирайте. Да 5000 лайков реально набирайте, пофигу. Просто, ребята, царский лайк, пожалуйста, поставьте, другу расскажите. Я ее посажу, короче, мы с ней заспоримся. Если она лучше меня не сыграет, она будет, короче, чем-нибудь жесткое делать. Например, мыть всю посуду, мыть все полы. Я и так мою посуду и мою полы. Значит, еще что-нибудь жестче придумаем. Что ты выпендриваешь что? Ни хрена себе, на двойку сыграл 17 хэдшотов. Вот это я даю. Наташ, я решил, короче, даже с этим поводом задонатить еще 300 рублей. Я тут какой-то сексуальный набор видел. Вот он, набор сексуальный Warface, набор офицер. Тут тебе дают АПС и 600 кредитов за 359 рублей. То есть довольно сексуально. АПС-ку мне дадут, то есть мне пистолет нормально нужен. Конечно, вряд ли АПС-ка, мне какой-нибудь лучший Тауру сюда. Ну ладно. В общем, я хочу себе медика нормально приодеть. Ух ты, у меня даже варбаксы хватает, а нормальный шлем себе купить. Интересно, тоже можно варбаксы себе купить? Я бы хотел бы сейчас прокачать себе... Элитный шлем всегда можно было купить. Твою мать, что я делаю? Что я делал не так в этой жизни? Какой бронежилет на медика нормальный, который взрыв защищает? Гранаты вряд ли кто-то кидает, как думаешь? Ну, мины я видел, гранаты нет. Сколько? 600 кредитов, 32 тысячи варбаксов? Они вообще, что ли, дебилы? Опа, спектр есть перчатки. А, элитные? Сколько? 400, 500 кредитов? Всю жопу с этими 500 кредитами. У меня вот короны есть, смотри, за короны можно купить. За короны отличные перчатки можно купить. Какие защиты рук делают? Короче, вот эти за короны себе просто за короны можно купить, охренеть. В общем, ребята, я решил на этот отчаянный шаг пойти. Раз у меня такое киберспортивное будущее в этой игре, я сыграл больше, чем на двойку, я решаю купить Battle Pass. Вот, потому что я уверен, что в Battle Pass я получу много всякой годноты, тем более випку, которую я хотел купить, знаки, которые мне на ПВЕ нужны, коробки какие-то тут. В общем, даже кредиты вот мне будут давать по 50 кредитов. То есть это очень все годно, ребята, поэтому я считаю, я правильно потратился. Но все же давайте, пара кредитов осталось, попробуем докрутить все же мой марлинчик. Вдруг мне золотой выбьет, вообще нахрен я медика качаю, чтобы мне сейчас марлин выбить. Конечно, я хочу марлин выбить. Давай, детка, ну пожалуйста, сука. Спасибо, дорогие друзья, огромное за просмотр. Обязательно поддерживайте это видео своим царским лайком. Постараюсь записывать какой-нибудь интересный контент по Warface PS4, потому что тут у них проходит очень много всяких интересных тем. Я купил очень много всякого интересного оборудования, чтобы вы лицезрели это все в наилучшей картинке. У них тут частенько выходит какое-то уникальное снаряжение, уникальное оружие, которое до сих пор нету на нашем европейском Warface. Например, снаряжение, какие-то непонятные снеговики, ножки, рамбит. Я считаю, нужно сюда заходить и иногда обозревать, что тут происходит. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся. Всем удачи, всем пока.